В новом релизе LuxMS BI появился расширенный редактор тем, который позволяет кастомизировать интерфейс системы без навыков программирования. Теперь у пользователя есть полный контроль над цветовой палитрой дашбордов. Перед началом создания новой темы можно выбрать шаблон из уже имеющихся. По умолчанию это светлая тема, но можно выбрать любую из ранее сохраненных. При этом стандартные светлая и темная темы останутся нетронутыми, их изменить нельзя. Интерфейс редактора интуитивно понятен. Слева располагаются все цвета, доступные для редактирования. Системные отвечают за фон, панели управления, виджетов, выпадающих списков и таблиц, а также за интерактивные элементы. Редактируя активные цвета, можно изменять внешний вид кнопок и микровзаимодействие с ними. Цвета состояния и нейтральные цвета отвечают за вспомогательные настройки, отображение неактивных кнопок и иконок, а также ошибок и предупреждений. Цвета данных влияют на палитру графиков и диаграмм. Редактор тем дает возможность немедленного просмотра изменений в соответствующем превью. Это три экрана, содержащих наиболее часто используемые элементы. Мы не просто видим все примененные настройки, но можем нажать на конкретное место на дашборде, чтобы изменить цвет. При наведении курсор меняется на пипетку и открывается окно для выбора цвета конкретного элемента. После настройки темы ее нужно сохранить и опубликовать. Интерфейс не даст сохранить новую тему без названия и при случайном выходе из редактора обязательно спросит, точно ли мы хотим выйти без сохранения. Когда тема опубликована, она становится доступна для применения наравне со стандартными светлой и темной. Попробуйте новый редактор тем. Сделайте свои дашборды особенными.